Немаловажную часть в экономике района и поселений играют малые предприятия. О том, что означает слово «Белара», жителям Славянского района уже давно не надо рассказывать. Трикотажные изделия от «Белары» уверенно заняли свою нишу на рынке района. Чтобы узнать о том, чем живет предприятие сегодня, наши корреспонденты побывали в самом сердце «Белары» – швейном цеху, который расположен в станице Петровской. Максимально автоматизированный труд. Умные и сильные машины под руководством людей способны быстро и качественно выполнить то, на что еще 10-20 лет назад требовалось затратить много сил и времени. Детали одежды уже не вырезают ножницами, а раскладку делают на экране компьютера. Технику управляют грамотные специалисты, которых в штате предприятия 67. Как отмечает управляющая производством Алена Белова, хотя из-за непростой экономической ситуации штаты пришлось несколько сократить, все же костяк рабочих остается неизменным. 2017 год оказался очень такой тяжелый, кризисный, но мы постепенно выходим из кризиса. Людям мы предоставляем рабочие места, они своевременно получают заработную плату, также у них полный соцпакет. Сохраняя рабочие места, предприятие не стоит на месте. 150 наименований одежды от нижнего белья до трикотажных костюмов полного размерного ряда от 0 до 68 – это та база, которая позволяет предприятию уверенно чувствовать себя на рынке. К тому же рынок сбыта здесь отлажен. У «Белары» есть 7 своих магазинов, основная часть которых находится в Славянском районе. Есть площади в Краснодаре и Крыму, на очереди соседние со Славянским районы. Мы расширяемся, у нас есть перспективы. Я думаю, что в этом году мы увеличим производственный объем. Также у нас задействована шелкография, то есть нанесение всяких логотипов, принтов. Я думаю, что это тоже будет своеобразный такой развивающий толчок, который поможет принести дополнительную прибыль. Есть же вышивалка, которая тоже очень часто заказывает какие-то имена. То есть потихонечку так и набирается валовая прибыль. С момента своего основания в 1999 году предприятие накопило отличную материально-техническую базу, опыт и связи с поставщиками сырья, что позволяет держать невысокий уровень цен на выпускаемую продукцию, при этом сохраняя достойное качество. Недаром предприятие – участник федерального конкурса «Высококачественные товары России», обладатель знака «Высококачественные товары Кубани», диплома «100 лучших товаров России». Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».